Абсолютно, то есть у меня нет претензий к Дьяку. Я понимаю, что Дьяк дошел до какого-то определенного предела, ну, лимита здесь. Ему хочется больше, 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 ну, то есть рост, чтобы были там и здесь матчи, чтобы там и денег больше было, и чтобы игроки приходили, которых он хочет, да, то есть он мне условно пишет, там говорит, я хочу там Граната привести в команду. Я говорю, что, ну, типа, на какую позицию, где он будет играть? Он говорит, ну, типа, такой футболист может сыграть везде. Я говорю, ну, типа, латераль? Он говорит, да, но я, типа, ну, я не верю, что... Это не сколько ему, 35? Да, 35 лет, что Владимир Гранат сейчас. Я вижу, как Тудрос играет молодыми пацанами, там, по 22, по 23 года, которые физически давят. Но я не вижу даже Георгия Щенникова, который сейчас в премьер-лиге до сих пор играет, что он латералем справляется с этим темпом, ну, при всем уважении. А здесь идет речь о Владимире Гранате, которому 36-37 лет, при всем уважении. И я вижу, что Дьяк, то есть когда ты с ним здороваешься, что Дьяк просто отворачивает, ну, типа, отворачивает, ну, вот так вот он здоровается. Это в какой момент был? Ну, в последнее время, когда была ситуация с Лугашом и с Гранатом.